Добрый день, уважаемые читатели блокнота Краснодара. Мы находимся на Затоне, где на улице Береговой находится бывший особняк или так называемый дворец семьи Ахеджак. Сейчас мы видим, что после того, как Луиза Ахеджак проиграла суд по поводу того, чтобы мэрия забрала у нее вот этот вот особняк, который находится на берегу Кубани, рядом с Зеленой тропой, начались демонтажные работы. То есть сейчас мы видим, что рабочие демонтируют кровлю. Ну вот как бы так. Вот видим, сварщики ведут работу. Они уже, видимо, сняли часть фасада. Да, часть кровли сняли. Видим конструкции, ведутся сварочные работы. Вот рядом здесь на территории еще один дом. Вернее, административный корпус недостроенный. Здесь пока никаких работ не ведется. Выходят люди. Рядом на территории работает спецтехника. А вот мы видим, как ведутся демонтажные работы уже с фасадной части особняка. И со стороны заметно на территории вот этой вот большой на берегу реки Кубань. Вот показываю, вот берега река Кубань совсем рядом. И вот через дорожку особняк или так называемый дворец Ахеджак. Здесь стоял еще один дом. Так называемый гостевой домик, он есть на нашем сайте, на многих фотографиях, сейчас его нет. И как видим, особняк разбирают. Вот мы видим фасад особняка, так называемого дворца. Видны вот металлические реи, которые как раз, на которых была кровля. И, кстати, видим, что с последнего нашего репортажа большой зеленый грибок или высол, налет на кирпичном здании. Ну, люди трудятся. Вот мы видим фасадную часть. Я сам стою на берегу Кубани. Ну, видно, что уже кровли нет вообще. Видно, что работают сотрудники. Сварщик на крыше был замечен. Вот такая вот судьба у дворца господина Ахеджака. Точнее, его дочери.